Примерно в 10 часов вечера дорожно-транспортное происшествие произошло по Ташкентской трассе при въезде в подземный переход на Колосе. Здесь столкнулись две иномарки – немецкий Volkswagen Golf и японский седан Toyota Camry. В результате аварии Golf третьей модели развернула на 180 градусов, а белая японская автомашина смогла остановиться после дорожно-транспортного происшествия лишь в 100-150 метрах от места столкновения. Я выехал с того перекрестка и хотел совершить маневр. Посмотрел в зеркало заднего вида и боковые зеркала. Машины были, но вдалеке. Но тут внезапно появилась Камри и пролетела мимо меня на большой скорости. Уйти от столкновения просто не смог. На место происшествия приехали сотрудники полиции. В аварии никто не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. На WhatsApp номер экстренного вызова был прислан видеоматериал о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на пересечении проспекта Байдебекби и улицы Аргымбекова. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ-2114 и Toyota Prado. По сообщению очевидца, в аварии никто не пострадал. Обеим автомашинам нанесен материальный ущерб. Примерно в 2 часа ночи на пульт 102 поступил звонок от сотрудников ночного увеселительного заведения. По словам звонивших, один из клиентов изрядно перебрал спиртного и начал бить посуду. Прибывшие на место происшествия полицейские успокоили разбушевавшегося посетителя, после чего выяснилось, что молодой парень в результате буйства порезал руку. На место происшествия была отправлена карета скорой медицинской помощи. Из-за глубокого пореза и потери крови молодого человека госпитализировали в больницу.